Всем привет, продолжаем Ниндзя Раши, поехали, 19-й левел. Так, снова начинается Буран. Буран это жестко. Так, тут нет ничего, а то так подозрительно начинается уровень. Может тут артефакт? Неплохо, туда как-то можно попасть получается, да? Может там и артефакт был? Есть. Вот, если я поверху пойду. Но меня должны что-то по-любому запустить. Так, я понял. Чувак, это вообще не твой день. Не твоя, в принципе, игра. Вылазь. Так, нифига, смотри, он сюда может красиво так заходить. Прятаться. Хоба, хоба, прикольно. Лучше бы там артефакт какой-нибудь был. Так, окей. А, нет, сюда меня запускают. Вот это место получается, да? Да, ну это исключительно, чтобы звездочку взять. Но там еще, кстати, какие-то бочки стоят. Неужели их нельзя взять никак? Ну да ладно. Так, просто сохранение, без ничего, я понял. Так, колбасянки. Тихо, нихера себе, вот это опасно. Прикинь, да? Просто на рефлексах такой весь, понимаешь, появился такой, как сделали, убать твою, блядь. Так, хорошо? Так, ага, нет, нехорошо. Это нужно будет прям полететь по-красивому. Вот так вот. Здравствуйте, мужчина. Так, все, хорошо. Ну, мне нравится то, что сейчас происходит на моем экране, мне это нравится. Могло быть все гораздо хуже. Так, вот с этими... Ой, хорошо. Так, отлично. Еще сейчас разочек ему бы. Так, все. Так, с какой там периодичностью это стреляет тема? Ладно, ладно, ладно. Немножко не успел. Немножко не успел убежать. Хорошо. Чего? Я же размахнулся только что. Я же его убил. Это бред. Это бредятина. Вот так же я сделал, точь-в-точь. Как он сдох-то? Ниндзя Араши. На элементарных вещах погибаете, Ниндзя Араши. Вы что такой имбецил? Вы же не должны так погибать. Ну да ладно. Это не все так страшно на самом деле. Так. Вот тут уже мне интересно становится. Здесь случайно нету артефакта? А то мало ли. Да, ага. 15 артефактов сразу скрыто, ага. Ни одного. А для чего, кстати, вот этот крюк-то сделан? Я же могу и сам туда залезть. А, товарищ, это чтоб ты там сделал красиво мне. Нет, спасибо, не надо. Больше так не делай. Будь добр. Так, хорошо. Оба, а это что такое? А для чего? Ну там нету артефакта. Туда бы тогда можно было бы как-то попасть, правильно я понимаю? Вряд ли это артефакт бы был. Так. Я вот все ищу артефакты, думаю, что что-то найду для себя ценное, но... Не нахожу пока. Пока не нахожу. Так, ладно. Да что ж такое, развернитесь вы оба, а. Так, пойдет. Это слишком жестко. Это слишком жестко. Это прям слишком жесткий врыв в людей. Жестокий врыв в людей. Это что такое? Это что такое? А как мне с этим быть? One second, please. Чего? Кого? Кого чего? Сейчас все падежи, блядь, с вами изучу. Так. Подожди. Чё нах? Шо нахер? Вот так, да? Не так! Не так! Мать твою! А как? Как? Ладно. А, там есть тайминг. Там есть время, когда они поднимаются, я могу прыгнуть. Смотри. Вот как. Ладно.
красавец, мужчина. Я, если честно, даже не подозревал, что он там есть, вот этот чувак. Но этого хера я сразу заметил. Смотри. Хорошо. Товарищи. Нормально. Вы видели, да? Он почти умер. Он почти замерз только что. Так, звездочка. Так, как, а туда-то как попасть? Здесь какие-то потайные ходы интересные есть, от которых я впервые узнаю, блядь. Как туда попадать? Что это за ходы? Там что? Там, а вдруг там скрытое? Оно? Ну тут негде пройти, я вот не могу. Не пробить, ничего. Ладно. Это все? Капец. Ну, как-то так. Как-то так, пока без артефактов.